Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Трегубова і в нашій студії гість. Сьогодні я вітаю Максима Ахрамєєва, начальника управління патрульної поліції у місті Миколаєві. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо саме про роботу цієї новоствореної організації. Максим Володимирович, 5 декабря було дуже таке масштабне, приємне, красиве, хороше мероприятие. Всі наші николаевцы увидели вот состав той новой патрульной полиции, которая вышла уже на следующий день, даже вечером уже вышла, да, на смену. И мы это все пронаблюдали, порадовались. Давайте вспомним, а потом будем говорить, что же произошло за этот месяц работы, чуть больше, да, сегодня уже 19 января, чуть больше прошло времени, и вот что же изменилось на наших улицах. Пожалуйста, сюжет. Подивитися на нових поліцейських з'їхалося чи не все місто, адже від сьогодні за спокій на вулицях Миколаєва та порядок на автошляхах відповідають майже 500 новоспечених силовиків. Втілювати їх у життя! Поважати та охороняти права і свободи людини! Поважати та охороняти права і свободи людини! Тепер вже справжній поліцейський, 30-річний Євген Візломцев, приймає вітання від найрідніших людей – дружини та маленької доньки. Чоловік воював на Сході, а коли після ротації повернувся додому, надіслав заявку до нової поліції. Я пишаюся тим, що в Україні стається така реформа, і сподіваюся, що це все буде на краще. Я хочу побажати своєму коханому чоловіку сил, мужності і здоров'я. Серед нових поліцейських кожен десятий – це учасник АТО. Понад 80% мають вищу освіту. Це колишні перекладачі, інженери, програмісти, журналісти, медики, фінансисти, військові. Є і двоє священників, причому один із них – командир роти. Поздравляю всіх, що сьогодні ось ці замечательні люди, поліцейські, вийшли на вулицю. Це перший вихід реформ, як я сказала, і у нас чекає дуже-дуже хороше приключення. Я в цьому вірю. Я маю дуже великі сподівання, що нові полісмени зроблять так, що миколаївці будуть горді, що їх охороняють такі люди з такою високою честю. Всі нові патрульні поліцейські пройшли спеціальні курси, де їх навчали кращі інструктори України, Канади та США. Відтак мають навички тактичної підготовки та користування зброєю. Мы очень долго к этому шли, и отбор был предварительно очень долгий. И на самом деле ты никогда не знаешь, ты прошел следующий тур, не прошел. Ну а потом 2 месяца обучения вылегла власность, почувствовал себя настоящим студентом. Після урочистостей поліцейські приступили до виконання своїх службових обов'язків. 45 нарядів вже вийшли на патрулювання вулиць Миколаєва. Я хочу, щоб моя дитина жила в спокійному місті. В спокійному місті будемо робити, що від нас залежить. Вот, вспомнили, порадовались. И вы там были, я так понимаю, что да, в тот же день. А были ваши товарищи, было руководство полиции новой, да, хотя я до Канейдзе сказала, что нас ждет замечательное приключение. Насколько это приключение стало замечательным вот за этот месяц? Насколько для вас было и для ваших, да, для ваших. Действительно замечательно. Ситуаций было очень много разных. И положительных, и отрицательных. С которыми вы справлялись? Справляемся, честью, да? справляемся. И будем справляться. Да? Я говорю своими ребятами, которые ежедневно выходят на улицы города для того, чтобы помочь гражданам, помочь стране идти к переменам. Подробно мы поговорим немножко позже. Вот сейчас я все-таки хочу узнать, и, наверное, многие наши телезрители, о том, как вы пришли к этой работе. Вы мечтали об этом всю жизнь, да, быть милиционером, полицейским. У вас есть какое-то другое образование. Вот как, когда наступил тот момент, когда вы сказали себе, да, я хочу попробовать, у меня получится? Знаете, вы, наверное, правильно сказали, мечтал. Мечтал еще со школьной скамьи. Ну, после школы, поступления в ВУЗ, это был первый мой ВУЗ, Донецкий национальный технический университет, и окончание этого ВУЗа, я так уж сложилось ввиду определенных обстоятельств, пошел в отрасль производства и отдал там довольно-таки приличный период времени. Достиг вершин работы в управлении. Последняя моя должность – это главный инженер производства. Вот.
Далее занимался предпринимательской деятельностью. Но в 2015 году, после тех событий, которые прошли в период с 2013 на 2014 год, принял для себя решение, что ну, если там на событиях, которые проходили на Майдане, люди жертвовали чем-то, то я должен пожертвовать собой, чтобы внести свой вклад в развитие страны. Так же, как и все многие ребята, которые пришли в полицию, неважно, в городе Николаеве, в Киеве, Харькове. Мы как хотим что-то Киеве, изменить, да? К лучшему. Угу. Как раз о Киеве. Вы до того, как вас назначили сюда, да, к нам, и это хорошо, вы работали в Киеве, да, тоже в полиции, возможно, не очень долго, но все-таки вы уже сюда приехали с определенным опытом. Вот можете, допустим, вспомнить вот свой первый выезд, и как менялось ваше восприятие, ваш, может быть, какой-то личный опыт, да, работы с течением времени, с каждым шагом? Тоже так, наверное, тяжело вспомнить свой первый выезд, потому что было волнение, море волнения. Вот, уже переживали, да, ага. Выехали. Все боялись этого первого выезда, потому что было переживание явное, как мы с этим справимся, потому что общество, большая ожидаемость от общества была. И хотелось, конечно, себя показать с лучшей стороны. Для общества помочь. Ну, мы справились, я думаю, с этой задачей и в Киеве, и здесь справляемся. Теперь давайте вот более конкретно, да, то есть это эмоции, это прекрасные эмоции, это действительно прекрасное стремление сделать все как можно лучше, но все-таки жизнь вносит свои коррективы, да, и вы видите уже в практических действиях то, что есть на самом деле, да, потому что прописать и хотеть – это одно, стремиться к этому – это тоже одно, иметь знания, которые помогут достичь цели – это еще один шаг к ее достижению. А практика немножечко, может быть, отрезвляет. Вот месяц этой работы, что он показал позитивного и, может быть, проблемного? Вот то, что увидели вы и ваши люди на улицах. Позитивного, но ввиду ну, такой специфики работы, к сожалению, мы сталкиваемся с такими гражданами, ну, явно не расположенными к позитивному общению с нами. По результатам вообще общей работы нашей, да, мы постоянно отслеживаем в социальных сетях, в общении с гражданами. Какое к нам отношение? Если где-то есть какие-то ну, недочеты с нашей стороны, мы стараемся внести какие-то коррективы в организацию нашей работы. Ну, смотрите, какие-то недочеты с вашей стороны, вот что, давайте с примерами, да, потому что вот какой-то недочет это... Так вот по работе, в общем, по работе, то выезжаем абсолютно на разные ситуации. Угу. Начиная от семейных скандалов, насильства в семье. Угу. От хулиганских действий, ну, тоже туда выезд есть. В принципе, по закону, по нормативам, мы обязаны выезжать и реагировать на все обращения граждан. Абсолютно на все. По приезду уже мы разбираемся, что там административное правонарушение или криминальное преступление. Если криминальное преступление, то мы, все наши функции сводятся к тому, что мы занимаемся охраной места происшествия, вызывается следственно-оперативная группа и в составе этой общей команды работаем. Вот как раз у многих наших телезрителей, когда вот у нас идут горячие линии, либо в прямой эфир, либо они звонят в редакцию, потому что сейчас очень все-таки волнует структура новая. Проблем с этим, вот, допустим, увидели люди, которые связаны с автомобилями, да, у кого есть личный автомобиль. Вот ГАИ расформировали. С одной стороны, да, хорошо. Все доказали, что это глубоко коррупционная была структура, действительно ее нужно было менять, и ну, что получили взамен, да? Допустим, на что вы сейчас обращаете внимание именно вот по этой, потому что ГАИ нету. По линии, да, безопасности, по линии безопасности дорожного движения? Почему еще скажу? Вот проблема, допустим, есть полиция, нет ГАИ. Есть дети, которые едут куда-либо, да, там на отдых, лагеря и так далее. Сейчас мы говорили с департаментом образования, и была у нас Оксана Альвиновна Янишевская, и мы с ней говорили о том, что возникла проблема с сопровождением. Всегда, да, патруль сопровождал детей до места, туда, куда их везут, да, допустим, там на отдых и так далее, перевозка. Сейчас норма вроде бы есть, и это нормально, действительно нужно сопроводить, чтобы, не дай бог, не произошло какой-то аварии.
Ну, нигде не прописано. Теперь как договориться, допустим, образование с вами? Ну, и всегда и раньше было сопровождение по территориальному предназначению. Мы, на данный момент, мы сейчас в городе Николаеве, да. Готовы помочь в сопровождении. Если это будет выезд за пределы города, то есть в области, ну, обычно до границы области. Наши сопровождали, там дальше передавали. На сегодняшний день пока мисс в области работают сотрудники Державтоинспекции. И так же все остается, да? Ну, пока на данном этапе, да. А какие перспективы? В дальнейшем, по перспективам, ну, перспективы там видения руководства нашего ведомства. Я думаю, что в любом случае патрульная полиция будет и в области тоже осуществлять свою деятельность. Вот вернемся к вашим полномочиям, да? Вы сказали, что вы на все вызовы обязаны реагировать и реагируете в том... в той мере, в которой вы можете это себе позволить, да, и по количеству людей. Интересно вот узнать, допустим, вызывают вас на место, что-то произошло, будем брать не очень сложное преступление, ну, скандалят соседи, да, там что-то происходит в семье, вызывают патруль. Сколько он должен ехать, какой у вас есть какой-то срок доезда, да, до места, как должен себя вести, на что имеют право ваши сотрудники и на что имеют право те люди, которые, к которым они приехали, чтобы не нарушить этот баланс. Ни права человека, ни права государственных представителей. Время приезда у нас где-то в среднем 5 минут. Так. В начале работы, да, где-то минут 8 было. Сейчас идет статистика на улучшение. В среднем 5 минут приезжаем. То есть можно рассчитывать, что будет быстро. Быстро, очень это быстро. Хорошо. Это, ну, мы стараемся, чтобы... Мы осуществляем сервис для населения, поэтому первым делом быстро приехать и отреагировать. Следующий шаг. Стоим перед подъездом, подъезд закрыт. Что делаем? Ну, у нас в первую очередь заявление, вызов поступает через 102 и заявку сбрасывают нам на планшет. В планшете указывается мобильный телефон или, неважно, телефон. Заявителя. А если звонок анонимный? Или на такие не реагируют? Не, ну стараемся реагировать. В любом случае, ну, потому что все-таки человек может быть человек боится, успел, да, назвать себя, да, или не успел, или какая-то такая ситуация. Но смотрите, когда звонят граждане на линию 102, их диспетчер, ну, есть процедура опроса. Представиться гражданин должен, записать телефон, адрес. На анонимное обращение для этого и есть опрос, что, ну, как на анонимное. Ну, если такая ситуация, вот хорошо, мы берем ситуацию, да, насилие в семье, происходит что-то такое, да, добежала до телефона та же женщина или ребенок, да, и не успела, и кричит, да, что вот у меня такое происходит, и ему не до того, как перечислять там какие-то реагируем, вещи. Обязательно реагируем, проверяем. Приезжаем. То есть адрес успел назвать? Если даже приедем, и закрытая парадная дверь, и там стоит какой-то замок, да. То всегда есть возможность на другой адрес обратиться, да? К соседям обратиться, или подождать, кто-то откроет. Принимаются любые действия для того, чтобы проверить и помочь максимально быстрее среагировать. Дальше. Вот. Если все-таки мы, получается нам... к адресу квартиры подойти, и есть, действительно подтверждается, открывают нам, есть какой-то скандал. Однозначно, обязательно граждан, которые, вот, семья, например, обязательно мы их должны развести в разные комнаты. Это обычно два сотрудника патрульной полиции приходят, разводят их, чтобы этот конфликт погасить в первую очередь, успокоить граждан надо. То есть еще как-то психологическая работа, да? Да, психологическая работа в первым делом. Не обязательно нужно реагировать как-то там и сразу административно выносить, ну, какие-то, да, решения, наказывать. Беседы, просто иногда... бывает достаточно профилактической беседы, побеседовать с гражданами, успокоить их, объяснить, помирить. Если, ну, у нас получается вот таким образом с этой конфликтной ситуации выйти, то, наверное, это, ну, самым первым делом, ну, это наша будет заслуга, и не обязательно там кого-либо
наказывать там каким-то образом, какие-то действия применять. Погасили, вот допустим, да, вот мы разбираем конкретную ситуацию, погасили этот скандал, помирили, в данном случае вот на там 9 часов вечера такого-то дня ситуация решена. Дальше, допустим, есть взаимодействие между патрульными, которые приехали, которые это зафиксировали, уладили. Да, и обязательно отбирается пояснение от граждан. Ну все, уладили да, конфликт, помирились. Да. Пожали друг другу руку. Все. Мы отобрали пояснение, чтобы что граждане не имеют никакой претензии ни друг к другу, сотрудники полиции. То есть это все фиксируется, в составе такого-то экипажа, все фиксируется. А да. Я немножечко о другом, то есть дальше, это куда-то передается, то есть если выяснили, что это не разовый скандал, а допустим эти люди, как бы вот у них такие неполадки, да, которые мешают и им жить, и всем окружающим, происходят регулярно. Есть ли взаимодействие между вашей структурой и, допустим, между структурой, в которую входят участковые? Вы это прямая обязанность прямая, участкового. Да? Да, мы отбираем пояснение, заявление и привозим эти документы в районное отделение полиции, где эти документы дальше уже поступают к участковому, да? Участковый принимает вообще, насколько вот на сейчас налажено взаимодействие между вами и другими структурами внутренних дел? Хорошо. Ну, я считаю, что хорошо. Mm-hmm. Даже если какие-то возникают спорные моменты, они оперативно решаются. И если есть даже какие-то споры, непонимания, я думаю, что и считаю, что это правильно. Всегда находить какое-то взаимопонимание, общий язык и решать на месте проблемы. Имеют ли ваши сотрудники вот сейчас, уже понимают ли они, имеют ли они такую возможность, как карьерный рост, повышение квалификации, вот как происходит работа с личным составом и насколько, потому что так, кто-то вот, когда мы с вами, да, готовились к эфиру, мы говорили о том, что кто-то, может быть, себя найдет именно в этой работе и прекрасно просуществует там до конца своей карьеры профессиональной, да, и достигнет именно в этом удовольствие, высот каких-то таких, да, и для себя, и для окружающих будет полезен, а кто-то захочет пойти дальше, потому что, в принципе, патруль – это первая ступень к тому, чтобы заниматься еще чем-то в этой же структуре. Как можно это реализовать? Как можно будет это реализовать? Первым делом нужно стремиться к этому и показывать так. свое стремление в результатах. А мы, безусловно, таких людей всегда заметим и поможем им в карьерном росте. Для этого есть возможность, и так вот на примере Киева есть профильные вузы, так. которые имеются возможность поступить. И мы только рады этому. И всегда будем помогать. По карьере также, ну, на сегодняшний день у нас задача номер один личный состав, чтобы максимально впитывал все знания. Да, я не скрою, есть сейчас проблема, и, наверное, это граждане заметили, что ну, не всегда корректно, не всегда грамотно к некоторым вопросам подходит. Но ничего, в принципе, мы только месяц работаем, мы, знаете, говорится, я не волшебник, я учусь. А как учатся? Каждый тренинги, день, каждый семинары, день, перед заступлением на смену. Час-полтора проходят занятия, приходят к ним, у нас есть отдел админпрактики. Отдел дознания и розыска, где им всегда подсказывают. Так же самое анализируют результаты их работы. То есть качество заполнения постанов, протоколов, качество оформления дорожно-транспортных происшествий. Все эти отделы проводят анализ. И потом приходят к патрульным и всегда указывают на их ошибки. И вообще диалог у нас идет вот вопрос-ответ, вопрос-ответ. Очень много ребята интересуются, усовершенствуются. Каких-то, допустим, глобальных ошибок за это время было выявлено какое-то количество? Ну вот что-то такое, не будем говорить, что это привело там прямо вот к какому-то колоссальному нарушению, но все-таки серьезное, на которое следует обратить внимание, и которую вот эта ошибка, да, если ее разобрать по... на составляющие, да, объяснить, почему это произошло и как надо действовать, это будет полезно для всех. Ну, таких каких-то глобальных проблем действительно не было. Не могу сказать, что какие-то глобальные проблемы. Вот такие вопросы, которые просто ежедневные ошибки, мы их просто анализируем, как я и говорил уже, и стараемся максимально быстро их исправлять.
Потому что ну, мы не имеем права и не располагаем тем временем, чтобы ну, этими ошибки ежедневно, их, чтобы они были. Поэтому есть ошибка, сразу исправили. И это хорошо, и учиться, конечно, лучше. И всегда на линии работает командир роты, командир батальона. Он не сидит в кабинете, он постоянно находится на линии. Постоянно, если у полицейских возникают какие-то вопросы на линии, всегда готов приехать и помочь. Командир роты, командир батальона. Надо будет, и я выйду. Круглосуточно. В любое время. Пристальное внимание к работе полиции, это с одной стороны подстегивает действительно все делать правильно, да, и как можно лучше, но с другой стороны, наверное, это все-таки, я не скажу мешает, но во всяком случае является каким-то таким раздражающим и отвлекающим фактором, потому что ты постоянно находишься под прессингом, да, а что скажут, а что напишут в социальных сетях, а как к этому отнесутся люди на улице, а соберется ли толпа и будет за тобой смотреть и фиксировать, и просто сама была свидетелем того, что вышел конфликт на дороге, да, там кто-то кого-то подрезал, машины остановились, естественно, вызвали полицию, начинается разбирательство, стоит толпа, которая действительно, она, ну вот каждый шаг, каждое слово полицейского, оно не просто было под пристальным вниманием, но еще и комментировалось, да, то есть вот этот народ, если честно, так вот чисто по-человечески, ну, наверное, очень мешало, раздражало, и очень достойно ребята вышли из ситуации, они действительно не реагировали на эти раздражающие факторы. Просто, ну, респект такой, ну, невероятный. Ну, это, наверное, даже не раздражающий, да, фактор, это больше уже провокация. Это уже, да, провоцирующий. То есть, вроде бы ничего плохого и не делали, да, то есть там не задевали, не задирали, но постоянно, а, вот ты вот сказал вот это вот, а он сказал вот то вот, а что же это он так стоит, а чего тот молчит, да, и, ну, начинаются вот такие вот. К сожалению, или к добру, может быть, такие везде есть, граждане такие. И вроде бы из лучших побуждений, да, что ж ты вот ты смотришь, ты там не увидел, да, а с другой стороны, ну это же отвлекает, вот. Знаете, как справляться? С первого дня вот нашей работы я всегда вот на разводе гражданам, гражданам, полицейским, ребятам своим, говорил, что, Украины. Ну, граждане Украины, конечно, да. Вот, я им сразу сказал, что вы уже должны привыкнуть к тому, что постоянно за вами, ну вот, чтобы вы жили с чувством, что вас снимает всегда камера. Неважно, в форме вы находитесь или выходной день в гражданской одежде, но вы должны понимать, что вы пример. И вы должны делать все правильно, начиная от того, как транспортная дисциплина, как вы себя ведете на улице, вы полицейские, все. Это вас должен быть, ну, их, и у меня философия такая, чтобы, ну, полицейский должен быть, это уже образ жизни должен быть его. Ну, где-то, наверное, да, это очень сложно, но все-таки это тот человек, который не имеет права на ошибку. Не имеет. Не имеет. То есть любая ошибка, она может, к сожалению, привести к непоправимым последствиям как для самого полицейского, так и для окружающих его людей. Да, не спорю, я еще хочу добавить, да, ну, ожидания от граждан действительно, ну, велико. Вот здесь не было Дершафтоинспекции длительное время, да, два-три месяца не было. Да. Люди немножко устали от этого беспорядка, который происходил, да, на улице. Да, потому что самодисциплина, она, конечно, дело хорошее, но... И, соответственно, когда объявили, что произошел набор в полицию, и анонсировалась присяга и выход патрульной полиции на улице, ожидание было велико. И многие граждане думают, что вот если мы вышли на улицу, то за один день, может, за неделю должно что-то произойти, и все сразу, ну, должно встать на свои места. И, ну, я постоянно мониторю Facebook, социальные сети, где, ну, как положительно, так и отрицательно, ну, да, про о нас пишут. Но хотелось бы вот обратиться к гражданам. Ну, да, мы вышли. Вышло 480 ребят круглосуточно там патрулируют улицы города Николаева. Да, они не всегда опытны. Не всегда там достаточно у них знаний, но они над этим стремятся, они учатся. И в их глазах есть огонь что-то изменить в этом городе. Но, граждане, помогайте нам тоже, пожалуйста. Вы тоже немножко меняйтесь. Начинайте каждый сам с себя.
Согласна с вами полностью. Действительно, изменить что-то может не один человек, а только когда их побольше становится, да, и очень хотелось бы, чтобы вот таких людей, которые меняют жизнь к лучшему, в нашем городе было как можно больше, а в идеале все. Я вам очень благодарна, вот о вашей открытости говорит то, что да, вы действительно мониторите социальные сети, к вам может прийти гражданин, да, то есть еще пока нет такого времени личного приема, я так поняла, да, вот каких-то часов и дней, да, то есть это все еще в разработке, но все-таки если нужно, то к вам можно обратиться. В любое время я готов принять граждан, выслушать и помочь им в решении какого-либо вопроса. Спасибо вам большое. Вы были у нас первый раз, и я надеюсь, что будут наши встречи регулярными. Будем говорить и на другие темы, они будут появляться обязательно. Я благодарна вам за то, что вы были сегодня в нашей студии. Спасибо я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтеся за телеканалом Миколаїв. Нехай так буде і надалі. А ми будемо працювати для вас, а разом з вами ми всі зробимо так, щоб наше місто і наша область стали кращими. На все добре.